Ну, друзья, сегодня по многочисленным, наверное, просьбам сыграю за CM Punk, который совсем скоро дебютирует в UFC, но я за него ни разу не играл, я хочу посмотреть, как это. Я такой некий челлендж себе придумал, три раза подряд выиграть CM Punk. Три раза подряд. Может быть, у меня получится, ребята, как вы думаете? Все это будет в онлайне происходить, в рейтинговых боях, где совсем днища-то нет на самом деле. Вот. И ни разу за него не играл. Я даже не знаю, что он умеет вообще. У него очень низкий рейтинг, 82 всего лишь. Это очень мало, ребят. Это просто невероятно мало. Да, ужасно просто. У него перки никакущие абсолютно. Просто никакущая атлетика. Топ-гейм мертвый. Клинч мертвый абсолютно. Стендап мертвый. Короче, полностью мертвый боец. Но тема интереснее, правда ведь? Попытаться выиграть мертвым бойцом. Ну, я не говорю про в жизни какой он, но здесь в игре он просто никакой вообще. Именно в игре. По статсам. Что такое 5+? Если ты победишь им сегодня, то тебе дадут плюс 5 к рейтингу. Заметил, что Спиронов смотрел 100 подписчиков. Не знаю. Надо будет посмотреть еще в следующий раз. Сейчас народ потихоньку встает. Дэмиан Майя против нас будет играть. Чемпионский бой. Но я уже не помню, когда я последний раз там проигрывал в этом рейтинговом матче. Что-то хотел от клоуна из американского циркового рейтинга. Да, ну, с другой стороны, направо. Если верить другому стримеру, то он говно полное. Ну, понятное дело, что делать. Повеселиться-то можно. Here we go. Tonight's main event is scheduled for 5-minute rounds. Дэмиан Майя is one of the very best Brazilian jiu-jitsu artists to ever compete in mixed martial arts. He has really worked hard on developing his stand-up game as well. О, умеет, смотрите. Kick to the body. CM Punk with some big kick. These guys are going at it here right away, trading blows. Checked by Maya. To the body. Looking for the head kick. Look at that, right to the temple. Joe, those body strikes are really starting to do some damage. Can't connect with the jab. That's a solid kick. He is really finding a home for those body kicks. Absolutely, Joe. Oh, that's a strong Muay Thai plum clinch. Да, он никакущий, конечно, вообще. Just over three now. And they break free. Oh, he lands the roundhouse to the body. Пипец, пришел Панк. Серьезно, вот так все плохо? Going after an arm, he's controlling the forearm. He pulled his arm out of it. Back up. Joey changes his stance. Good body shot. Nice inside leg kick. He's able to get back on his feet again. And there's a takedown attempt. Через удары проходит, знаете как. Оу, вау, вау, серьезно. Дерзкий-то, а?
Now he's stacking him. Big roundhouse kick. The kick to the body is parried. Great job. Ё-моё, какой же ты молодец-то. Great number strikes. And that'll be the end of round number one. Great work. You won that last round. This round, we want to keep mixing things up. Use your punches. Когда Оксимирон, пока не знаю, ничего не могу обещать. You can really see how awesome that round was by these highlights. The lovely Brittany getting a set for round number two. Прикиньте, кому-нибудь, какой-нибудь лиге или матче попадется CM Punk против какого-нибудь нормального пацана. Там вообще непростые, по-моему, раунды. Пошел вон, пес. Good leg kick by Maya. Very nice kicks. He's circling to his right here. They clinch. Oh, yo. Maya's got him in the plum clinch. Oh, nicely done. We go inside the numbers. Look at the leg kicks land. Да ладно. Maya's going for a submission. Looks like he's got that armbar locked in tight. What the? Can he get it? That was a deep armbar, but a beautiful escape. In full guard here. CM Punk gets side control. Вообще нет шансов тут, вообще просто без шансов. Как тут все сложно. Я думал, вставать будет. With those body kicks. Wow, what a great job mixing things up. Maya gets caught by the kick to the midsection. Hard kick lands. Отстань от меня, я не хочу возиться там. Карина уже отбился на сегодня, ребят. Я устал от Ultimate Team. Хочу панком выполнить челлендж сам для себя, который поставил. Три боя подряд выиграть хочу. Играю им первый раз вообще. Ни разу не играл до этого. Here we get a look at some of the action from that round. And here we see some beautiful submission offense. Submission сделать? Ну надо, чтобы противник сначала стамину просрал, потом submission делать. Там топовый... всякий, ну не знаю, submission fighter, а я буду сейчас ему делать болевой, это будет очень, знаете ли. Ну надо выигрывать как-то. Сейчас попробую, может быть, попробовать его в full mount и забить. Как-то так.
Блин, ну он вообще, я даже, ребят, не могу заблокировать ее транзишн. Невозможно, по-моему. He's got some space now. He's posturing up. Half guard. Наконец-то. Сколько же можно? Надо же, поймал. Ну вообще просто никакущий, понимаете, он как борец вообще никакой здесь. Ничего не могу сделать просто. Жесть, какое дно. Counters with the straight right, continuing to strike well. Good shot out of the body. Oh, papa. Nice roundhouse kick. And again he goes to the roundhouse. Look at that. Nice. Mixing things up. CM Punk with a good lead right. Very nice shots landing. Utilizing good footwork here, moving to the left. Oh, he completes the suplex. Half guard. Блин, ну это просто дно. Я в шоке, серьезно. He's moved back to half guard. Это вообще. Это вообще, даже ты все умеешь играть, это очень тяжело выиграть. Серьезно. 15 seconds. Now he's stacking him. He dives on him into the guard with that punch. Three rounds complete. We're headed to the championship round. There's a nice leg kick. And here's another beautiful leg kick. And there's another excellent leg kick. Окей, а, опять это чемпионский бой, 5 раундов. Я думал, все сейчас будет. Жестко, у него, смотрите мне, сколько стамины сожглось, у него сколько. Пипец, вообще я раньше начал транзишн. Хрен тебе говорят. Joe, that's a good elbow by Maya. Now he's got him in the plum clinch. Oh, big elbow. Oh, nice elbows. Она мне пришла. Вот это я попал. Он просто меня за счет стату урабатывает вообще в хламину. Блин, вот он меня раздражает, конечно, эта фишка. Showcasing some great movement on the ground.
А у него даже приема нет. О, сайд саддл есть. Отлично. Пипец, я в шоке от того, насколько он плох. Это просто никакущий. Как там стамины не было вообще? Как это возможно? Вот так вот, это мне то, что нужно. CM Punk gets him in the block. Solid hook in the clinch by Maya. Strong knee by CM Punk. Now he's got the Muay Thai plum. They separate from the clinch. 10 seconds. Ну это точно выиграл раунд. Майя топовая дельфа, еще бы. Прикиньте, да? Привет, Серброн. Да тут не противник, тут его выбор бойца топовый. Сам-то он давно бы уже слился, если бы я играл аналогично. Надо рисковать? Нет, я не буду рисковать. Хочу три подряд боя выиграть. Я пока выигрываю по очкам. Ты тай клинч не умеешь делать, что умею? Почему нет? О, Last Emperor, здравствуй, дорогой мой друг. Где же ты пропадал-то? Надо же. Я сейчас увидел, что ты здесь, бро. Рад тебя видеть. Flipping the punch. And there's another roundhouse kick. He tags him with the overhand right. Big left hand by Damian Maya. That one hurt his opponent. Damian Maya, highly decorated jiu-jitsu practitioner, but ever improving striker. CM Punk with the inside leg kick. CM Punk with a good jab. He's doing a great job of timing these shots. And over and over. Oh, wow. He has punished the body. And now you can visibly see the effects. Head kick! Wow, swing and a miss. Oh, that's a heavy body kick. Oh, that caught him! Что я делаю? Зачем я стамин сжег? Oh, that's a great block to that big kick. Good body punch there. Very nice timing with these shots. Пипец, мне пришел. Under three remains in this fight. They are exchanging here, Mike. Good kicks by CM. Joey's starting to build some momentum with those hooks. They're really starting to land. Nice. Nice one, too. Good hands. Really mixing things up. Nice roundhouse kick to the body. Ой. Switching his stance up a little bit. Oh, he lands the roundhouse to the body. Good jab by CM Punk. CM Punk's continuing to punish that wounded eye. And you can see that the swelling continues to get worse and worse. He's absolutely targeting. Ой, ё, как я пропустил. He's landing combinations on it repeatedly. He's doing a great job of mixing things up here, keeping it unpredictable. To the body. Joe, let's keep an eye on him. He's gonna try to set up that hook. He's got a beautiful leg kick. Joe, he's really taking some damage. His face is a mess. Strong jab by CM Punk. What a crazy fight this is. Вообще убить, ударить можешь кто-нибудь, нет? The last minute of this fight, and these guys are still going after it, trying to finish this fight. Great head kick. Это пятый раунд, кстати. Пятый.
положили, а? Goes the distance, and we will go to the judges' scorecards. CM Punk's appeared to land the best perk of that. У него перки вообще первого уровня, три самые небесполезные перки. Straightforward decision. Absolutely, the shots that he landed certainly had more power, more significant. Купил я все-таки Xbox, красавчик, красавчик. This is a very nice shot that gets through. Молодец, Ласт Император. Round four. Look at the torque in this kick. Absolutely perfect technique. Привет, что нового бойца заказали? Да нет пока. And here in the final round, look at this beautiful kicking technique on display. Bruce Buffer gathering the judges' scorecards. They are rendering their decision. Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest. 48-47, 49-46, and 49-46. Declaring the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC. Я думаю, такого, конечно, никогда не будет, что он так пояс потрогает. Но здесь в игре все возможно. Нифига себе, почему это у меня Винстрик один, интересно? А, этим бойцом, что ли, или что? Я уже не помню, когда последний раз проигрывал в рейтинговых матчах. Там какой-то Винстрик должен быть дикий, наверное. Ну давайте еще попробуем. Конечно, капец, блин, какие у него статы, это ужас. Вообще ничего не может. Я даже ни разу соперником нокдаун не послал за все 5 раундов, представляете? Это просто смешно. Я, наверное, еще вообще ни разу с выхода игры так не играл. Чтобы ни разу за весь бой соперником нокдаун не послать. Это просто что-то невероятное. Да. Да? Ну иди это. Let's go. Да я мазохист, я люблю вот извращаться, видишь, я самым донным. Это игрок, ребят, с самыми плохими статами в игре. Хуже, чем у него, нет вообще ни одного бойца. Вообще самые плохие статы. Самые плохие перки, самые плохие статы, все самое плохое. Но тем интереснее. О, Рори Макдональд, это писец, конечно. Этот парень умеет вышибать дурь. For this, our main event of the evening, okay. McDonald is 26, CM Punk is 37. He is 2 inches taller, McDonald. Али будет, но... Уже давно удалил. Нет, в этом режиме никакой прокачки нет. Блин, как же ты лагаешь! Ты сегодня второй за весь день, кто лагает. Зачем так лагать-то? Sean Shelby, one of our matchmakers, tried to bring him into the WEC. He was ready at 18. That's pretty incredible. Yeah. I would say it's a good decision to quit those other sports. Yes. CM Punk gets hit with the kick. These guys are going at it here right away, trading blows. He's doing a great job of timing these shots. Man, he gets some strong hooks. Oh, good body shots. Huge block. That was a big kick to the body.
Joe, that was a nice sidekick. He avoided damage blocking the big kick. Я не хочу 5 раундов опять. Давайте попробуем, что он может в партере. Блин, это же просто кошмар какой-то, я в шоке. Настолько донный партер я встречаю вообще впервые в своей жизни. Да хоть раз-то ты заблокируй транзишн, донный. Ужас просто вообще, это просто невероятно. Он меня без стамины катает вообще по... Вах, суши, да, вахтанщик. Вообще без стамины не блокирует даже. Ничего не может заблокировать вообще. Я даже знаю, что он заранее делать будет, но все равно. О, наконец-то. Finally. Наконец-то. Писец, ну успел ведь, а. Успел. Кошмар. Это самый донный боец вообще его. Хватить не может, дай клинч. Так, что нужно? Смотрел ли бой с Сильвой Биспинг? Как относится к судейскому решению боя? Недавно это был, который... Нет, боксиста нет, у него очень плохие, мало приемов. Нет, болевые-то есть. Но я, видишь, я не могу выполнить, даже успеваю все сделать, все равно выходит соперник с болевого. Можно ли со мной разок сыграть? Наверное, нет. Находи меня в онлайне, да и сыграем. Просто какой смысл тратить время на это, не понимаю. У него, смотрите, у него вообще все нормально со стаминой. Одинаково рубимся, одинаковое количество ударов. У меня со стаминой проблемы, у него нормально все. Я заблокировал. Все было честно. Блин, чувак, как же ты плох. Без стамины я даже не могу заблокировать, прикиньте. Ну да хоть сделай это ты болевой-то, ну. Давай. Во, поехали. Сказать, что это плохо, значит ничего не сказать, ребят. Блин,
scuffs that takedown attempt. CM Punk with a good takedown. Хотя бы так можно. He postures into place. Даже всякие пацаны не знают, что как это делается, а? Under a minute remains in round two. He's back to full mount again. Я ожидал немножко другого. Final seconds of the round. Round number two complete. Not a lot of effective offense in that round, Joe. Yeah, these guys. Саша, ты хочешь поставить, хочешь соточку поставить? На то, что я выиграю. Саша. Давай. Готов принять ставку? Если готов, то давай, я тоже готов. Если ты проиграешь, то с тебя говорящий донат на сотку. Окей? Ariani getting us set for round number three. Нет, Лавэ, ну-ка, что ты тогда говоришь? Стопудово. Ну ладно, что? Нет, так нет. He is really finding a hole for those body kicks. McDonald with a great left hook. Again. Жесть какая. Ух ты, сучка. Trying to stay out of trouble here. Ну, блин, ну почему ты такой урод вообще? Я еще хуже бойцом не играл никогда в жизни. Это же ужас какой-то. Under 3 minutes. They battle in the clinch, looking for a dominant position. What a great job blocking that huge knee. Showing some good defense here. And right to the Muay Thai clinch. CM Punk gets him in the plum. Wow, what a huge block. Good left hook to the body by McDonald. Oh, man. You can tell that body shot hurt him bad. Powerful kick to the midsection. That buckled him. And another one to the body. He's looking to finish. Shit. And there's a takedown attempt.
Я, конечно, буду стримить Е3, как вы думаете? Как я могу пропустить такое событие в мире игр? This is what separates the men from the boys. This is where the fight gets really difficult. The last 10 minutes of a championship fight are absolutely crucial. Oh, what a big suplex! Let's see what he can do from here. He's posturing up here. Nice. Joe, that's a nasty cut under his eye. Да ладно. Алф поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Панкс not dead. Спасибо, бро. Сучка. Ставлю полтинник на победу равно. Punch to the body from the bottom. CM Punk's got the full mount again. Pissed. Damaging left hand. Oh, big shot from the top. The mount again. Да ты, сучка, что добить его не можешь, что ли? Ну как такое возможно, а? Это же просто бред. Такой бред вообще. Ну как можно выдержать столько бомб, а, из фулл маунта? Я ничего не понимаю, я там гвозди вколачиваю ему. Ужас. Такого еще не было в моей карьере никогда. See if he looks for a knee.
Да. He escapes and he gets back up. Ой-ой-ой. Больше я тебе не дам такую возможность. He's got it. Full mount. Now he's in half guard. Good control. Postures up. And there's the reversal. Да вы издеваетесь, come on, baby. Смех еле сдерживаю, не могу уже. Мне смешно, реально, ребят. Это просто бред какой-то. Ёпта, ну блин, это просто невыносимо долго заполняется, а. Переход на следующую стадию просто очень долгий. Стример Шикарина отыграли сегодня. Ну понятно, что я выиграю сейчас по очкам, но это было жестко. Как можно было не забить его фулмаунт? Я не понимаю, столько бомб нанес там, а? Я уже думал, сейчас ему поднимут руку. Стоит ли сейчас покупать PS4? Нет, конечно. Жди, когда объявят новую PlayStation, и покупай потом. Вау. Ладно, последний. А Шот будет переводить юбиков? Скорее всего, да. Блин, я уже не знаю, я эти еще 5 раундов не выдержу. Это жесть. Смотрите, Рэй Макдональд, 92 оверолл. Это просто убийца. Да, если этот парень играет точно так же, то есть, вернее, дерется точно так же, как в жизни, он ему никогда не выиграет в UFC. Я в курсе, что Панк, да, из рестлинга. О, Лоллер, здравствуй. Сюда. Поделаем броски сейчас, да. Тефа. Тефа, не лазь туда, пожалуйста. Tonight's championship fight is scheduled for five 5-minute rounds.
Joe, we have seen many title fights over the year, but few have been as much anticipated as this matchup. Bad blood back and forth, two of the best fighters ever to compete in the octagon. Only one man will be with the belt. As this fight gets underway, it's important to put into perspective the magnitude of this competition. This is a huge fight, a huge championship fight with massive implications in the entire sport. Looking for the single. Oh, huge suplex! He's working from half guard now. Вон нормальный соперник нашелся, ребят. Сейчас, скорее всего, не выиграем. Все-таки челлендж, наверное, не выполним все-таки. Вот этот уже умеет играть. Nice roundhouse kick to the body. Tags him. 3 minutes. He's starting to land those kicks to the body. Nice jab. Vicious body shot. Nice strikes land. They're gonna take him down again. Oh shit. Guillotine. Back up again. Solid elbow from the clinch. CM Punk's a mess. That cut is getting worse. Robbie Lawler is really starting to do damage with these elbows. Over and over again, he's been able to land that devastating technique. Absolutely. They battle in the clinch, looking for a dominant position. Mm-hmm. And again, he gets back on his feet. They lock up the clinch. And from here, transitions to the Muay Thai clinch. Joe, that's a nice elbow in the clinch by Lawler. There's another elbow. He's in a better position here with the Thai clinch. What a great job blocking that huge knee. Trying to get a single. Powerful suplex. That's some wrestling right there. Oh, wow. Finish, 10 seconds. Oh, he lands the roundhouse to the body. Round one in the books. CM Punk. Нет, Overwatch не надо играть. Пять раз его такие не он не встанет? Не. Эта игра, к сожалению, так не работает. Нафейлил я, ребятушки мои. Punish the body with kicks. Joey's taking a ton of damage.
And that is a nasty cut. And his opponent just wants to make it worse. Good combinations landing here. Hard elbow by Lawler. Got one overhook and one underhook here. The amount of damage that has been done to his body makes you wonder if he's got a broken rib or two. Ой-ой, опасно. Excellent movement on the ground here, constantly moving, constantly staying busy. Это очень опасно, ребят. Нет, я спасся. Gets into side control. He's back up again. Good connection with the straight by Lawler. Nice roundhouse kick to the body. And again he goes to the roundhouse. Shit. Joe, his jab very effective. Oh! Oh! Oh, he dives into a huge haymaker. Ой, зря, ой, зря. Powerful jab. Ну ладно, это меня устраивает пока что. Что со стримом лагает? У тебя интернет лагает. По каталисту не будет стрима. Now he's got the Muay Thai plum. Nicely done as he blocks the knee. Tying him up here in the clinch. Блин, все время грамотно все делает. Joe, he connected with that elbow. Он даже сказал, чересчур, по-моему, грамотно все делает. In the full mount. He's doing a great job of moving and transitioning here on the ground. Back up. They clinch up. He scores with the knee. Lawler's knee is blocked. And right into the Muay Thai clinch. Joey's rocked him with that huge knee. This fight very well may be stopped in between rounds just because of the blood loss, Mike, because that is extraordinary. Solid short hook from the clinch. Oh my goodness! Under three now. He escapes and he gets back up. CM Punk gets him in the plum. Midway point of this fight. Struggling in the clinch here. He blocks that shot to the body. Robbie Lawler's continuing to punish that eye. Yes, he is. That's a good target for him. He sees the swelling, and it's going to impede his opponent's vision. Trying to take him down again. О-хо-хо-хо, последний момент. Четвертый, по-моему, дивизион, если я не ошибаюсь. Lawler going for a choke here. Looking for that guillotine choke. He drops down for it. He's free from the guillotine. Ой. Nice hands. The story of this fight for the Rufus one, that highly effective jab. The swelling in his eyes is starting to get worse. That's a big elbow, Joe. Huge elbow. Этот раунд выиграет по очкам просто хламину. Look out for the arm. Look out for the arm. Throws the other leg over the face. На болевой ему делать, он с болевых не очень хорошо входит. Фу.
Во что кроме UFC будешь играть? Но новинки какие-нибудь выйдут нормальные. Не на 7 баллов. Да-да-да, скоро заканчивается. Joe, they have battled for 15 minutes, and now we are in the championship rounds. Опа. The championship rounds is when it all comes down to discipline, continuing the pace that you put forth in the first three rounds. The kind of endurance is much, much more than just a three-round fight. They're kind of stalemating here in the clinch, Mike. Очень-очень хорошо. Не буду я ни с кем играть просто так. Мне зачем это нужно? Зачем мне? Я сейчас начну играть со зрителями, это знаешь, бежит народу и скажет, что ты со мной не играешь? Заняться нечем, надо подумать. Nice knee inside. Brutal knees. And there's the takedown. Got it. CM Punk gets it back in his guard. Back up to his feet again. Okay. Tries for a low single. Oh, and down. Тогда еще можно о чем-то поговорить, дружище. Great position. Да блин, он вообще не умеет что-то ничего блокировать. Ой, вот это было фейло. По очкам, да, возможно. Брат, ты что, фанат, что ли? Евангелия, что ты? Пишешь такое? Я хочу выиграть третий бой. Этот раунд я, наверное, забрал все-таки. Вон ВСЛ. Ну, может, хотя бы сотку тебе не жалко будет, бро. Это неприятная вещь. Как он встал-то, если я блокировал вставание? Панк, ну ты донный вообще. Опс. Side control. And he gets up. Man, some nasty body shots. And you can see the bruising starting on the left side.
Он даже уйти не может вообще без блока. Опс. Оп. Joey's got one leg free. He's in half guard now. Парень-то просекает, что нужно делать теперь. Ton of quickness possessed by both of these men. Solid straight by Lawler. Опа. Да. Даже угадывая сторону, ничего не могу поделать. Блин, успел, успел. О, он знает эту тему. Я тоже знаю. Ой, не знаю. Саша, привет. С каждой стрим можно ставить по лайку. Страница стрима никогда не меняется, как ты думаешь? Прикручена ли? Потому что на обычную Иван цена понизится. А это будет как сейчас обычная. Так, ладно, давайте быстренько решение, я заканчиваю стрим. Ребят, всем спасибо на сегодня. Всех жду на следующем стриме. Подписывайтесь, чтобы не пропускать трансляции. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч. Но я, к сожалению, не выигрываю, да. Но тут просто было тяжело.